Карабахские армяне уверены, что все пункты заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, касающиеся мирного проживания армян и азербайджанцев в Нагорном Карабахе, будут выполнены, заявил активист объединения карабахских армян Лева Яхшибеков. Цитата: «Мы верим в мирное разрешение Нагорно-Карабахского конфликта. Ни одно поколение наших предков родилось в Нагорном Карабахе. Но в данный момент мы живем за пределами нашей родины, Азербайджана. С волнением следим за текущей ситуацией вокруг Нагорного Карабаха. Мы положительно относимся к обращению президента Азербайджана Ильхама Алиева. Уверены, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выполнит все обещания», — сказал Яхшибеков в интервью агентству «Интерфакс Азербайджан». По словам карабахского активиста, Ереван должен как можно быстрее принять условия Баку и начать предметные переговоры с целью урегулирования конфликта. Цитата: «Политикам необходимо садиться за стол переговоров и договариваться, начинать выполнять 4 резолюции Совета Безопасности ООН, вести предметный переговорный процесс. Еревану следует подготовить план, в котором будут указаны сроки вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Далее с участием МГО ОБСЕ можно будет определить статус Нагорного Карабаха», — отметил Яхшибеков. Активист уверен, что после освобождения оккупированных территорий карабахские азербайджанцы и армяне смогут восстановить прежние отношения, а также развивать социально-экономические проекты. Цитата: «Будут реализованы экономические проекты, открыты новые рабочие места. Уровень жизни армян и азербайджанцев в Карабахе будет высоким. Верим, что армяне и азербайджанцы будут мирно жить в составе Азербайджана», — добавил Яхшибеков.